Так. Чатик. Здорово. Здорово, чатик. Как ваше настроение сегодня? В этот обычный, но при этом очень необычный день? Эй. Плюс елка и новогодний колпак, я надеюсь. Ну, как бы, да. Не будем рассусоливать. У меня уже ломка, я хочу этого перса вывести в мапки МФные. Меня уже просто трясет. Так, давайте я внешку сначала на перса запилю. Он вчера уберку закрыл под конец уже. Какую внешку на него запилить? Го максимально золотого просто, чтобы он как... Во, что-то вот такое. Чтобы сразу было видно, что это богатый, успешный МФер инкамен. Чат, как вам вот такой пафос? Ой, или вот такой. Как насчет максимального пафоса просто? О, еще пирандусовские следы на подкрутку. Я настолько уверен в этом эмэфире, что я ему даже лук куплю. А есть какой-нибудь на скидке? Неплохо, неплохо. Он эпичный пипец. Смотрите, какой вычурный. Я не пожалел. Так, ладно, мы его оставляем. Сейчас надо внешку тогда доделать. Чат, напомните мне обязательно, обязательно, когда я начну эмэфить, ресетнуть кольцо. Иначе это будет фейлфиш. Это супер важно. Супер важно. Когда я скажу так, все, мы идем на первую МФ-мапку, напомните мне ресетнуть вот это кольцо, окей? О, чат. Ну это прям, блин, Архангел Михаил спустился с небес. Че думаете про это свечение? Это не перебор? Так, чат, что мне можно продать, то, чем я не буду в ближайшее время пользоваться? У меня есть... Ну, у меня есть жижа, например. Что у меня еще есть? Мистикорп. Unpredictably upgrades corrupted item to unique rarity or destroys it. Подождите-ка, я хочу это попробовать. Можно мне Heavy Belt 85-й? Сейчас я закину. Так, смотрите. Новогоднее чудо! Чекайте новогоднее чудо. And it's gone! Веселый орб на самом деле. Жалко, что он так редко падает. Ни хрена себе жижа дорогая, 26 к 1. Подождите, 26 к 1 это 10. Это 400 хаосов. Вот это 400 хаосов просто. Я, короче, знаете что, я оставлю... я, короче, по 2К каждой жижи оставлю на случай, если нам крафтить понадобится. Остальное продам и апгрейды куплю. Плюс 290 хаосов, лол. Нормально торганули. Пошли Taste of Hate купим для начала, пока я живой. Я склоняюсь к тому, чтобы взять карточками, потому что есть шанс на то, что нам хороший ролл прокнет, а не вот это вот все. 300 хаосов на тейст. 300 хаосов это где-то 2,5 дивана. За 2,5 дивана мы какой ролл можем купить? 13% есть, 12. 13, короче. То есть, если я думаю, что мне в среднем прокнет выше 13, то лучше карточками открывать. Я думаю, мне прокнет выше 13 гоу. Блин, даже вот эта прокрутка, сколько она стоит, чат? Она будет дорого стоить. Она будет стоить где-то 70, да, как две карточки. Контент. Блин, если я сейчас ее заруиню, а там получается любой ролл может быть от 0 до... От 0 до 8, да? Если мне прокнет 8, то у меня тейст есть. Блин, я могу ради вас, ради контента это один раз сделать, но я, скорее всего, просру. Пожалуйста. Блин, пожалуйста, только не заруинься. Я больше одного раза я это дерьмо не делаю. Если оно заруинится, я пойду покупать нормальным человеческим способом. Так, я закрою моник. Чё? 7, да? Там 7 чат, да? Сколько там? Так, мне не нравится ваша реакция. Чё вы ржёте? Зачем я это делаю? Зачем? 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 Зачем?
Может, еще раз крутануть, отыграться? Если я сейчас закину 3, удвою их, будет 6, я в ноль выйду. Зачем вы меня на это забайтили? Я сейчас без денег и без тейста останусь. Вообще, я куплю еще одну карточку, потому что надо 8. Плиз. Плиз. Не трахни меня. Не трахни меня. Давай. Плиз 8. Плиз, 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 плиз. Let's go. Блин, вы смеетесь! Фак, вы смеетесь! А, это плохой знак. Я не знаю, плакать или смеяться. Я больше этой херней ничего не буду крутить. Все просто. Это был последний раз в моей жизни. Вот я покупаю вот это за 1.4 дивайна и все, и гоу. Ну, у нас есть 12% ролл. Это, в принципе, ничего так. Конечно, 15 бы хотелось, но это в целом хорошо. Так, у нас получается конверт 71, 78. 78 конвертов изы сейчас. Если собрать больше эффекта флаконов, плюс если поставить Watch Rai на конверт, будет соточка. Ну, физ и ЕХП не супер сейчас, конечно. Стихийное получше. Но что мы можем сделать? По-моему, я, кстати, вчера заметил, вот здесь вот лучше пройти через вот это, чем через ХП, потому что здесь эффект флаконов. Короче, мне надо, походу, кластеры брать уже. Я все нормальное тут запылесосил. Как бы вот по вот этому аргусу видно, что перс еще не готов. Как мы поймем, короче, что перс готов, если он будет все шотать под... Ну, не шотать, но нормально чистить на Т7 картах под бафом Аффликшена. Угу. Плюс урон. Может, еще парочку лап сбегать, я камушки вточу. Давайте сначала Toxic Rain 20-20 сделаем. Ой, стоп. Я оговорился, я хотел сказать 21. Я просто кину. Не, ну, запророчил. О, чат, чат, смотрите, видите вот это на экране? У нас тоже так скоро будет. Уже близко. Чат, как думаете, у нас скоро будет... Вот это на экране? Или вот это? Чат. Спой, что-то не то. Это ненормально. Такого не должно быть. Сколько он дивайнов выбил с одного дропа? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. 97 дивайнов. И еще Вальда Пазл Бокс. И еще там сколько-то экзов. Ну кто эти экзы считает? Это уже вообще пофиг. Гоу посмотрим дюнки. Может быть, я с дюнок начну. Дюнки довольно удобная карта. У нас, короче, первая стадия, чтобы он Т7 нормально чистил по урону. Вторая стадия, чтобы он чистил Т7 под обмазкой Аффликшена нормально. Тогда мы поймем, что он готов. Но я думаю, я начну с Т2. Сначала будет такая более легкая МФ-ная версия. Т2, какая-нибудь дюна или что-то такое. Так, гоу сразу зареспим эту бабищу. Хочу слот забрать. Вот она. Еее, плюс слот. Тут даже фейзинг он килл она мне продает. Так, теперь давайте проточим камни. Только мне нужно понять, какие я в эндгейме использую. Но у меня нет эмпауэра сейчас. Сколько эмпауэр стоит? Третий уровень, 1.5 дива. В принципе... Вообще я могу, в принципе, его купить, чтобы сразу правильный линк поставить. Так, Go Affliction возьмем. Я думаю, это nice вложение сейчас. 1.5 дива. У нас было 750 DPS. Стало
В смысле, почему меньше стало? Что за бред? Он неправильно считает. Так, вот теперь смотрим. У меня было вместо Swift Affliction было Faster Attack. Ну, где-то, ну, 20%, короче, примерно. Нормально. Давайте разберемся по кластерочку. По-любому это должен быть на хаос урон. О, вот это надо. Вот это надо. Unholy Grace. 10 атак спида, 30 урона. У меня атак спида не хватает. А здесь мне подходит Wicked Pal, Unwavering Evil и вот это. Одно из вот этих трех. 50 C. Конвертим последний Divine чат. Все, мы all in, можно сказать. В прошлом году, в 2022/23, на Новый год, я сделал пост, в котором написал, что вероятность подрубки в 2023 году увеличивается в несколько раз. Прокнуло? Прокнуло, значит и зеркало прокнет. Биндинги. А, можно, кстати, биндинги, да. Подождите-ка. Это неплохой вариант. Не, мне в идеале надо 3. Вообще мне нужно ту пассивку, у которой атак спид. Обязательно, она самая жесткая. По-моему, она самая редкая еще. Вот это. Шанс? Ну вообще нет, не особо редкая. 2% шанс. То есть ее несложно будет словить. Она меня очень люто бустанет. Камон. Не, я думаю, я это скипаю. Go дальше. Во. А вот это уже лучше. Но мне надо 3 пассивы. Ловим 3. 3 пассивы. Сотвори чудо. Слушайте, давайте я попробую жижа, и у меня есть предчувствие, что жижа и плюс 3 будет проще словить. 3 пассивы, камон. Что-то они вообще не прокают. Может быть, это и просто ощущение, конечно. Не, прокает хуже, чем с алхимок почему-то. Странно. Если мне прокнет на duration плюс на attack speed, 2 я, короче, оставлю. Потому что что-то я вижу, что 3 гипер сложно словить. Надо фозилами, короче. Не, аберранты будет норм. Это мультипликатор на хаос. Это чё? Фу, это хайдаут! О, мое сердце, я думал, я к боссу запрыгнул. Бля, зачем так делать? У меня сердце ёкнуло, я стал просто уворачиваться. Охереть! Чё я сразу аберранты не стал? Сюда надо экс закинуть. Это, кстати, хороший варик для заработка. Крафтить кластеры фозилами и продавать потом. Что нам надо? Какой-нибудь атак спид, увеличение эффекта, хаос рез. Да, на самом деле много чего. Go. Блин. Самая бесполезная хрень прокнула. Серьезно, мана реген. Unholy Grace сверху? Почему он сверху? Блин. Я думал, он сбоку будет. Ну ладно, я все равно его беру в любом случае. Просто я не смогу его сразу взять. Вот в чем прикол. Не хотите удалить мне? А, давай. Давай. Я люблю чужую валюту удалять. Я тебе покручу, но без вот этого. Я не беру валюту в игре. Без исключений. Ну, давайте покрутим ему чат. Это было быстро. Зато я тебе жижу сэкономил. Лол. Она даже не пыталась, она просто сразу же такая. Все, до свидания. Есть инфа, через сколько минут рип. 27 300 минут. Примерно год надо ждать. Пока Mage Blood не выбью или не соберу на него никаких рипов. Даже не обсуждается. Так, подождите, я даже остановлюсь, чтобы вкачать. Наконец-то добрались до имбо пассивки. Плюс 30 хаос дамага, плюс 10 атак спида.
Так, чувствуем разницу. О, блин. Даже с 10 атак спида анимация настолько быстрее становится. Представляете, если еще в луке наролить там 20 или 25. О, в натуре давайте сейчас атлас перекинем. И тогда мы сможем уже смотреть, что там будет по контенту, который нам нужен. Что самое ключевое мне нужно взять в атласе? Я так понимаю, ноды на абисов. Мы, получается, анспекаем экспедицию. Мы анспекаем харвест. Берем шанс на абис. Тогда вот это не берем, получается. Идем к Вандерин Пасу. Тогда мы проходим вот здесь. Берем вот это. Нам нужно вот сюда пройти. Взять вот это. Потом, я так понимаю, нам еще надо, короче, вот этот джуз собрать вот здесь на кванту. На кванту с мапок. Мне кажется, надо вот это взять. Повышенный шанс дропа кластеров. Звучит прикольно. Звучит, как будто бы лут. Что если пока вот так, без делириума, попробовать? Да, у меня предчувствие, что если я еще делириум туда подрублю, как бы будет мега больно. Скипай делириум, тебя и так отъебунят. Давайте вот это дерево сначала закинем. Дюна, короче. Мы сейчас дюну... Начинаем с дюны, потом доберемся до Семитри. Так, я фейворю дюну. Чат, знакомимся... Знакомимся с... Иди сюда. Они весь стрим тебя ждут. Чат. Это Котя, Катя. Привет, чат. Чат, Катя, Катя, чат. Можешь поздороваться вот с ними. Чё ты стесняешься? Ты же стримершей тоже была. Я его сейчас заготовлю, чтобы как в прошлый раз не было. Ей стыдно за риф деда, вол. Чат, я напьюсь такого шампанского. Мы все время думали, что ты ее придумал. Аброу Джуниор золотое из виноградного сока. Когда на стриме не надо ничего фармить, мне непривычно. Чат! 20 секунд! Так, отчет. Давайте отчет все в чат. 10, 9, 8, 7, 6, 5. А, быстро! Я не умею это делать. Сядь, сядь. По-моему, там нету ничего. Почему это произошло потом? Я светил это место на Новый год. Вау, это тут елочки. Блин, я бахну в чат. Чат, я вас сейчас, короче, на удачу освечу. Ловите. Я бахаю прямо в вас. 3, 2. Я не понимаю. Блин, она была просто с пружинками прикольными. Все мимо. Вы меня узнали? Здравствуйте. Это я, дед. Катюша, ты меня узнала? Это я, дед. Ты меня убила 3 года назад. Я дед без штанов. Тебе стыдно? Без штанов. Зачем ты это сделала? Тебя придется наказать. Но подарочки мы тебе все равно подарим. Могу извиниться на колени. Не на этом сайте, на другом, потом. Здравствуйте. Я вас помазываю на удачу в этом году. Все, у вас тебе все будет хорошо. Поздравляю. Грустный тверк. Так, не, они клипы наделают. Потом все будут говорить, чисто опять с ума сошел. Катя клинжует запредельно там. Она уже вся красная. Я красная? Да. Так, все, ребятки, до свидания. Я отправляюсь обратно на кладбище. Можете писать Dice of Cringe. Я сейчас Чистера позову обратно. До свидания.
Все, мы в 24-м, в следующем году. Чат, ну в этом году-то по Е2 выйдет, правильно? Погнали. Я хочу, короче, бустануть дерево, но при этом бустануть так, чтобы не бустануть свой рип, понимаете? То есть нам нужно собрать value, но не настолько жестко, что я тут же отъеду. Соответственно, мы попробуем сначала без делириума. Так, чат, что еще можно на value? Вы типа думаете, что просто накидать вот этих нодов на шанс дупликата и все? Должно же быть что-то круче. 120 кванты, если я заражаю духов, это же имбища лютая. Короче, я делаю вот так, я выпиливаю вот эти несущественные ноды и вкидываю вот сюда, чтобы меня бионды не мучили. Хорошее дерево. Если не считать минуса делириумов, то можно сказать вырезанное. Так, давайте начнем просто тупо с мапки, и я ее заджусь у аффликшеном, посмотрим. Почему-то у меня ощущение, что я что-то забыл. Я не понимаю, что... Jewel Socket. А, у меня сокет пустой, да. Мне кажется, вот это надо взять. Мне кажется, это меня может спасти от рипа. Так, смотрите, сейчас мы бежим не МФ-ную, просто мапку. Мы посмотрим, типа, сустейн. Сейчас активируем аффликшенов по полной и посмотрим, что будет, короче. Разогревочная. Сейчас посмотрим, как будут чиститься под полными духами. Так, вот мы их типа бафнули. Абисы тут пока на рандоме только могут прокнуть. Это еще пока не МФ, если что. Я чисто смотрю и тренируюсь. Сейчас для начала смотрю, как по урону будет. Хватит или нет дипса. О, абис. Так, сейчас я, короче, беру алтарь и врубаю его. Погнали. Погнали, тестируем. Ой, началась рубка. Так, мне нужно подождать, пока спайер зареспится и дать ему наспавнить кучу дерьма. Меня бесят эти камни сбоку, надо их вкачать. Ё-моё. Угу. Так, а чё, спайр? Я... Шанс велик, но он не гарантированный вроде бы. Надо чаще костик прожимать. Ну, в принципе, у меня костик пятилинг дерьмовый пока что, так что пофиг глобально в данный момент. Но это был такой жиденький абис, чисто по приколу. Я думаю, я могу потянуть на самом деле. Мне кажется, мы можем за джусиную сбегать уже. Т2 я потяну. Я думаю, мы сейчас можем лайтово уже попробовать. Возьмем скараб. Активируем абис в маб-девайсе. Я беру абис скараб. Сколько я могу скарабов насувать? 3. Какой я еще сую? Во, еще плюс 150 уников. Да, можно харбингеров или стронгбоксы. Мне кажется, стронгбоксы лучше, потому что много всяких бафов на стронгбоксы. Вот эти 3 плюс дюна. Теперь мы ролим дюну еще хорошо. Обычный секстант. А, вот этот. Кажется, я начинаю понимать. В жопу ультиматум. Сойдет. Пак монстров и еще пак монстров сойдет. А сколько эти секстанты стоят? 5 хаосов. А пустым компасом можешь снять нужный нот на будущее. Ну, кстати, вроде нормально. Я врубаю вот тут абис. Мне нужно открыть, потом вытащить. Правильно? Правильно. Неужели, чат?
Короче, это будет жесткая долгая мапка, концентрация и не умереть. О, вы мне... Блин, я же вас просил напомнить, вы мне не напомнили кольца обнулить. Я сам вспомнил. Врубаю Нику, потому что почему бы и нет. Надеюсь, я ничего не забыл. Так, врубаем вот это. Let's go. Так, сначала заходим, намазываем, короче. Сначала заходим, намазываем вот сюда сразу. А нам нужен фиол. Фиол собираем. Возможно, я не хочу слишком сильно бафать. Мне типа страшно, если честно. Я даже не знаю, насколько это жестко будет. Давайте я не буду прям сильно бафать сейчас. Тем более, что меня даже здесь ебут. Окей. Так, хорошо. Сделай хотя бы 2К. Хотя бы. Я постараюсь. Я собрал 2К. Мы на этом ограничимся. Так, отлично. Подождите, знаете, что мне надо сделать? Мне нужно поставить бинт на отключение лута. Если там будет много лута на экране, я не смогу его вырубить. Toggle highlight, вот, да. Б. Не, Б неудобно. Надо поближе что-то. Что у меня на В? На В у меня ничего. Вот, на В поставлю. Ну чё, начинаем! Начинаем, ёпта. Понеслась. Понеслась рубка. О, где дух? В меня влетай. Погнали! Позесим их всех. Все, поперло. Там 20 мобов лимит, черт. Так, я не буду лут собирать, все, короче, остановись, чистер. Фокуси на мобах. Фокус на мобах, мне Харвест прокнул, лол. Самый джус в Абисе, я его в конце открываю. Вообще можно уже активировать, в принципе. Go Abyss. Погнали. Все, понеслось. Понеслась. Ё-моё! What the fuck? What the fuck? Окей, нормально. Это еще пока нормально. Живем. Самое главное, на подрыв не нарваться. Я не понял, где... Где Абис правильный? Куда он пошел? Вниз? Я запутался в них. Так, что происходит? За вот этим надо идти, да. О, первая бешеная элитка, короче. Новый открыл. А, я запутался в них. Ё-моё. Нормально, нормально. Чистим. На минимум.
мапе видно. Так там было две иконки, я не понял, какая из них, короче. Не в ту влетел, походу. Так. Зачищаем вот эту. Вот этих валим. А где эта башня ебучая? О, что-то уже упало. Куча мусора кода. 150 альтов упало. Как эту башню ебучую призвать? Мемчики зашли. Будто след от Абиса. Так, сейчас я вот эту элитку убью. Угу. Башня спавнится, если успеваешь мобов убить, когда дырка вылазит. Ты не успел. Да я не на того полез. А, вот она. Вот она! Что делать с ней надо? Ее надо дамажить или надо ждать? Уже не надо? Но она заре... Началось! Началось! Так. Holy shit. Сколько их? Началось. Так, ковыряем. Надо вот этого некроманта сбоку убить, он меня достал уже своими респами. Так, хорошо. Даже хп не двигается нормально. Но у них тоже не особо двигается. Минус некр. Они будут бесконечно спавниться, там фейк мобы, убей шпиль. А, рили? Окей. Окей. Попытаюсь. Страшно, правда. Убил шпиль. Чё теперь? Теперь их валить? О, подрывчик. А я думал, наоборот, нужно ждать, пока он нареспит побольше. Закрываем дырки. Что-то они не похожи на фейк мобов, с них лут падает. Пенни стреляет 3 раза, иногда 4, это макс, больше не может. Угу. Мне нужно вал костик подрубить сюда.
Окей. Так, все, ладно, не спамьте мне в личку. По идее, еще один абис может быть, да? Смотрим. Кассия, лол. Нажми Alt. Зачем? Нафига мне сейчас подсвечи? О, еще один есть. Так, погнали. Получается, мне... Так я не понял, когда вылезает шпиль, мне нужно его дамажить или нет? Мне точно нужно зачистить предварительно, я так понимаю. Да. Угу. Окей, бежим к следующему. Вот это опасно выглядит. У меня аж лагать все начало. Ладно, не все, но кое-что. Мой мозг точно. Чё? Так, у меня ХП задвигалось, мне это не нравится. Кто меня вообще... давать долблю на тотем, повесили они, бьют тотема, урон по тебе, пипец, меня там даже не было. Вот этот бешеный моб. Опа. Так. Я тебя сейчас заигнорю, чел. Тебе жить осталось 30 секунд. До свидания. Ну давайте смотреть, что получилось. Пылесосим. Вроде все, да? Ну, с этой ничего не упало. Можно сказать. Что я понял? Мне нужно, наверное, побольше урона, чтобы я эти абисы не фейлил. Надо еще процентов 20 накинуть хотя бы. Мне же там урона не хватило, да?
На первом я запутался и не на тот побежал, а на втором, по-моему, урона не хватило, я так понял. Блин, ну это прикольно. Представляете, если мы это разгоним так, что там будет с этих спайеров, короче, вылезать, не знаю, по 15 этих видов логова. Не надо выебываться, что можно лучше мазать и все такое. Я все знаю, это начальный МФ, пожалуйста, не надо. Мапки сустенятся, мы, короче, с дюн начнем, потом отожремся и уже до Сэмитри доберемся. В процессе апая урон и все такое. Потом я еще, когда я смогу уже тянуть, я еще делириум подрублю, это будет еще плюс лут жесткий. Для начала мне нужно сейчас, короче, апнуть урон, чтобы я мог все спайеры активировать. На сегодня я заканчиваю, пойдем чуть там немножечко отпразднуем. Спасибо за просмотр. Я рад был с вами посидеть из одного года в другой. Подрубайтесь на следующем струме, и мы будем отжираться. И выведем этого МФа в топчик. Жду вас. Желаю вам в этом году всего наилучшего, здоровья, счастья. Звучит банально, но это реально так. ББСНГ, Серега. Все, чат, пока, до следующего стрима.